Виниловые пластинки, пленочные фотоаппараты и крупные солнцезащитные очки – это не набор современного модника, а экспозиция музея советского детства, которая открылась в корпусе БФУ имени Канта. Кстати, выставку удалось собрать благодаря сотрудникам университета, друзьям из Санкт-Петербурга и обычным калининградцам, которые подарили музею около 2000 экспонатов. Все они рассказывают о детстве советского ребенка его глазами, а это далеко не только игрушки, но и интерьеры, вещи родителей. На выставке побывал и наша съемочная группа Первого городского. Узнай больше о событиях Калининграда на Первом городском телеканале. Следи за городом.